27 мая в библиотеках города можно было не только насладиться чтением литературных произведений. В филиале номер 6 на улице Пролетарской, 38, для гостей подготовили викторины, мастер-классы, лотерею и кинопоказ. А началась «Библионочь» с концерта. В этот раз программу посвятили 240-летию с момента основания Севастополя. Практически все конкурсы, фотозоны, все связано с историей Севастополя. Это будут вопросы, это будут конкурсы, это будут литературные чтения по истории Севастополя. В «Библионочи» принимают участие известные севастопольские писатели, поэты. Они также подготовили для нас свою программу. Посетители «Библионочи» в Центре семейного чтения и досуга также могли попрактиковаться в исполнении матросского танца «Яблочко». В рамках акции «Библионочь» в филиале номер 6 открыли выставку картин местных художников «Я севастополец». Порядка 30 городских пейзажей, написанных акварелью, можно будет увидеть здесь до конца июня. Работы представлены разных сюжетов, разные уголки нашего замечательного города. Здесь есть и Фиолент, здесь есть и Казачья бухта, и центр города, и Балаклава, вот и другие районы. Акварели выполнены, так сказать, от души, выполнены с любовью к нашему городу. В эту ночь библиотеку филиал номер 6 посетили севастопольские поэты и писатели, которые поделились своим творческим опытом со всеми желающими. Мы пришли пообщаться с юными читателями и с членами нашего кружка, к которому мы приходим сюда постоянно, два раза в месяц общаемся, о литературе, о нашем городе-герое. Ну и, конечно, поэты прочли строки своих произведений. «Мелководная Омега – это больше, чем залив. В море, плюхнувшись с разбега, силы почувствуешь прилив. Где-то волны, полузатишье, гладь прозрачней воды. Даже за уши детишек не оттащишь от воды». Библиотека «Романтики путешествий» на улице Хрюкина, 10, также присоединилась к всероссийской акции. В программе викторина по истории города, мастер-класс по созданию авторской открытки, театральные представления и концерт. Гостей встречали сотрудники библиотеки в образах российских правителей. Многие даже записываются в «Библионочь», в библиотеку, ведь они первый раз попадают. Ведь это интересно. Это интересно каждому поколению. Да? Взрослому поколению интересны, допустим, концерт. А молодому поколению какие-то игры. Ведь они тоже сами превращаются в маленьких детей, когда ловят рыбок. Это же так интересно. И загадки загадывают. Вспоминают сказки, вспоминают рассказы, вспоминают истории. Это замечательно. Завершилась «Библионочь» в филиале номер 4 концертом классической гитарной музыки Андрея Ярославцева. По мнению музыканта, книги и искусство неразрывно связаны. Это прежде всего культура, будь то литература, будь то музыка. А с другой стороны, музыканты нередко на площадках библиотек выступают, участвуют. То есть такое сотрудничество на регулярной основе идет. Послушать виртуозную игру Андрея Ярославцева на гитаре пришли десятки севастопольцев. Николай Кузнецов, Жанна Тарасова, Анатолий Баньков, Александр Устич, Севинформбюро.